Долгожданный суперфинал чемпионата школьной баскетбольной лиги «КСБаскет» состоялся. С 30 марта по 4 апреля 32 сильнейших школьных баскетбольных клуба встретились в городе Ульяновск, чтобы определить чемпионов среди команд юношей и девушек. Суперфинал – это чемпионат для простых школьников. Но у каждого игрока была возможность осуществить свою мечту и оказаться в профессиональном баскетбольном клубе. На одной арене площадью 6000 квадратных метров разместились множество площадок. Стрит-баскет, Питер-баскет, кроссфит, ну и, конечно, главная площадка, где и определялись будущие чемпионы. Суперфинал – это общение с почетными гостями, автограф-сессии и даже возможность сыграть в стрит-баскет против именитых спортсменов. Наши гости не только болели и переживали за команды, но и вручили комплекты новых баскетбольных мячей тренерам команд-участниц. Суперфинал – это традиционный матч звезд. Впервые в нашем мероприятии приняли участие баскетболисты-колясочники. Люди, чьим стальным характером, жаждой жизни, способностью терпеть боль и преодолевать непонимание, мы восхищаемся. Кто, как не они, знают, что победа в каждом из нас. Суперфинал – это возможность отдать дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны, благодаря подвигу которых мы с вами живем в спокойном и светлом мире. Это шоу-программа и завораживающие танцы группы поддержки, которые не оставили равнодушными ни одного зрителя. Суперфинал – это кульминация чемпионата. Это битва за звание чемпиона школьной баскетбольной лиги «КСБаскет». Это битва за поездку на финал четырех Евролиги. Суперфинал – это начало. Начало большого пути. Школьная баскетбольная лига «КСБаскет» – это, как я уже говорил, пирамида нашего баскетбола. 62 региона, сотни тысяч девчонок и мальчишек, которые приобщаются к этой прекрасной игре, как я лично считаю, лучшей игре с мячом. Не сомневаюсь, что для всех участников, и мальчишек, и девчонок, этот турнир запомнится на всю жизнь. И это здорово. С праздником баскетбола! You decided in Wimbledon, such a pleasant coincidence. Dress is so simple, it signifies her innocence. That brings out the gentleman in me, which is kinda extraordinary. This case fully necessary. So I would like to say that she could be the one, or I could be making one huge silly mistake. In this case, I don't know why I'm feeling this way. I guess it's the path of marriage. I should be leading this way.
Баскет, больше чем игра. Баскет, с нами города. Настало время сказать свое слово. Настала наша эра, эра баскетбола. Баскет, больше чем игра. Баскет, с нами города. Настало время сказать свое слово. Настала наша эра, эра баскетбола. Кэс Холдинг Интертеймент, ЖБЛ Продакшн. На площадках городов России весомый экшн. Ждались гидеон здесь, чемпионат Кэс Баскет создан. Это факт, мы номер один, мы зажигаем звезды. Объединяем округа, города, районы. С каждым сезоном все больше новых регионов. От Калининграда до Владивостока люди с нами. Не слышал на Кэс Баскет, следи за новостями. Школьная баскетбольная лига Кэс Баскет. Топчем стереотипы, вносим новые краски. Долгосрочные перспективы, горизонты ясны. Пока живет чемпионат, звезды не погаснут. www.kasbasket.ru. Здесь найдешь инфу и фото, также расклад весь. Историю в деталях, новости, все как есть. Узнаешь, кто чем стоит, стоит только залезть. Баскетбол, игра номер один, практика показала. Спецэффекты шоу, плюс команды собирают залы. Время настало, о чем давно мечтали. Звук, фарфор, победа, места на пьедестале. Болельщики, больше шума, руки выше. Эй, где вы есть? Еще громче, мы вас не слышим. Вместе с нами продолжайте без передышки. Сделать в зале горячее не будет лишним. Творим историю на глазах у зрителей. Последние минуты игры горят как фитили. Лучшие отобраны, осталось звание чемпиона. Участники Кэс-Баскет, нас все 100 готовы сделать решающий шаг. Шаг суперфиналы, посиди их, буря эмоций, стряска высшего пола. Максимум накала здесь, будь в центре событий. Сегодня вместе на пороге новых открытий. Кэс-Баскет, больше чем игра. Кэс-Баскет, с нами города, настало время сказать свое слово. Настала наша эра, эра баскетбола. Кэс-Баскет, больше чем игра. Кэс-Баскет, с нами города, настало время сказать свое слово. Настала наша эра, эра баскетбола.